Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Hande Erçel пригласила отца Керима Бюрсина, Памира Бюрсина, в Турцию. О чем говорили Памир Бюрсин и Hande Kerim с его отцом? В отношениях главных актеров Hande Erçel и Керима Бюрсина произошло неожиданное событие. Памир Бюрсин, отец любовника Hande Erçel Керима Бюрсина, был вызван в Турцию. Якобы проблемы между Hande Erçel и Керимом Бюрсином стали негативно сказываться на их жизни. Было заявлено, что по этой причине Hande Erçel пригласила отца Керима Бюрсина в Турцию. После приезда Памира Бюрсина в Турцию состоялась встреча с Hande Erçel. На этой встрече у него была возможность обсудить и найти решение проблем между ним и Hande Kerim. У них была долгая и честная встреча. Судя по деталям, на встрече были эмоциональные моменты и обсуждались многие вопросы. Говорят, что Hande Erçel также подчеркнула важность своих отношений с Керимом Бюрсином на этой частной встрече. Говорят, что он выразил свою любовь и уважение к Кериму Бюрсину и поэтому приложил усилия, чтобы улучшить свои отношения с Керимом Бюрсином. В завершении встречи состоялась беседа Hande Erçel и Памира Бюрсина. Это событие в мире журналов привлекло большое внимание и нашло широкое освещение во многих новостных источниках. Поклонники Hande Erçel и Керима Бюрсина с интересом наблюдают за этим событием и ожидают положительных результатов. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Hande Erçel пригласила отца Керима Бюрсина, Памира Бюрсина, в Турцию. О чем говорили Памир Бюрсин и Hande Kerim с его отцом? В отношениях главных актеров Hande Erçel и Керима Бюрсина произошло неожиданное событие. Памир Бюрсин, отец любовника Hande Erçel Керима Бюрсина, был вызван в Турцию. Якобы проблемы между Hande Erçel и Керимом Бюрсином стали негативно сказываться на их жизни. Было заявлено, что по этой причине Hande Erçel пригласила отца Керима Бюрсина в Турцию. После приезда Памира Бюрсина в Турцию состоялась встреча с Hande Erçel. На этой встрече у него была возможность обсудить и найти решение проблем между ним и Hande Kerim. У них была долгая и честная встреча. Судя по деталям, на встрече были эмоциональные моменты и обсуждались многие вопросы. Говорят, что Hande Erçel также подчеркнула важность своих отношений с Керимом Бюрсином на этой частной встрече. Говорят, что он выразил свою любовь и уважение к Кериму Бюрсину и поэтому приложил усилия, чтобы улучшить свои отношения с Керимом Бюрсином. В завершении встречи состоялась беседа Hande Erçel и Памира Бюрсина. Это событие в мире журналов привлекло большое внимание и нашло широкое освещение во многих новостных источниках. Поклонники Hande Erçel и Керима Бюрсина с интересом наблюдают за этим событием и ожидают положительных результатов. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.